решать проблемы так же быстро, как лопаются мыльные пузыри. Где и как бы так получилось? Как минимум один ответ на этот вопрос есть. Помогают семейные многофункциональные центры. В Рузаевке открывают второй такой в Мордовии. Давай, держи вместе. Будем вместе резать. Держи, чтобы я правильно порезала, да? В семейный МФЦ приглашают всех, кто переживает не самые простые времена. Молодых родителей и семьи с детьми-инвалидами. Людей, пострадавших от насилия в семье, родных и близких участников СВО. В таком центре не нужно бегать из кабинета в кабинет. Принцип одного окна позволяет сосредоточиться, перестать переживать, паниковать и получить комплексный ответ на волнующие вопросы. Специалисты проконсультируют, если необходимо, окажут экстренную помощь на дому, юридическую и психологическую поддержку, социальную, и продолжат контролировать каждую конкретную ситуацию. Если обращается сюда семья, человек, и мы понимаем, что этот вопрос, к которому они обратились, находится в ведении учреждения здравоохранения, то не сам человек туда идет, а мы связываемся, решаем вопрос и уже ответ держим перед этой семьей. И так со всеми органами власти, со всеми подведомственными учреждениями этих органов власти. В семейном МФЦ обустроен детский уголок и место для кормления грудных младенцев. В центре расскажут, какие социальные меры поддержки положены и помогут их получить. И главное, здесь посетителям доступен интернет, все необходимые цифровые сервисы, а если нужно, научат пользоваться ими. Не только помогать, мы обучаем наши семьи, чтобы они действительно могли уже в последующем только из дома, либо с работы уже направлять заявление через мои документы, через госуслуги. Впоследствии семейные многофункциональные центры, такие как в Саранске и Рузаевке, планируют открывать и в других районах Мордовии. Республика вошла в число 32 пилотных регионов, которые победили в конкурсном отборе фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Татьяна Бебинова, «Наши новости».